Привет, девочки и мальчики! В этом видео я хочу вам показать, как проходит один из моих рабочих дней. Утро у меня начинается одинаково, я включаю свой вентилятор и начинаю собираться. В боевом настроении я сажусь делать макияж, кушаю, одеваюсь и вперед на работу. Утром я выгляжу максимально непрезентабельно, и макияж хоть как-то исправляет ситуацию. Тут я иду на работу, показываю, какой в тот день был классный день, классная погодка, а также любуюсь с собой, как я хорошо сочетаю все между собой. Это, конечно же, сарказм, одеваться я не умею. Тут я показываю свою улицу, как я иду на работу и как здесь красиво. Тут я пришла на работу и не понимаю, что за полтергейст ночью поправлял картины на холсте на стене на работе. Это мое маленькое, но любимое рабочее место. А тут я показываю рамочки, ценники на которые я делала сама. Тут я с очень умным видом и заинтересованным, серьезным лицом делаю фотографии. В тот день было очень много работы, но я ее очень люблю. Но знаешь, что скоро на обед. Тут я довольная, голодная, иду на обед. В этот день была очень классная погода, поэтому я еще раз для вас сняла, какое было красивое небо и как было тепло. И у меня после рабочего дня было огромное чувство голода, и мне казалось, я сейчас кого-нибудь съем. Тут я проходила мимо своей школы, решила вам ее показать. Вот такая она сейчас красивая. Это моя улица на пути домой. Тут я нашла дымку, перекусываю и любуюсь подушками на стульчике, которые я купила в Авроре. А это вкусные хрустяшки из АТБ, которые можно всем. Тут я собираюсь домой уже в конце дня, но мы решили с подружкой выпить кофе и прогуляться. После того, как она сказала, что она приболела, я зашла в аптеку, купила себе витамин С, чтобы не заболеть. И опять же, очень классная погода, поэтому я решила снять вам дорогу домой. Когда я пришла домой, помыла лотки коту, помыла волосы, пытаясь их высушить. Вот в таком виде я сидела за компьютером. А рядышком Тима себе спокойно вылизывала свои сладкие жирные лапки. Вот такой тушкан живет у моих родителей. Так прошел мой день, я ложусь спать. И надеюсь, у вас будет очень хороший вечер или день. Всем пока!